Следственным отделом ОМВД России по Центральному району города Калининграда расследуется уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой строительной фирмы, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Предварительно установлено, что в 2022 году злоумышленник путем обмана похитил денежные средства фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Общая сумма причиненного ущерба превысила 10 миллионов рублей. Факты противоправной деятельности были выявлены сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России в Калининградской области.